Короче, прошел час уже. Несмотря на то, что начало было объявлено в 6, уже 7. Но что-то происходит на сцене, вот там, то, что я вам показывала сегодня днем, там поют. Но люди все ждут основное, вот то, что происходит сейчас будет здесь. А здесь ничего не происходит вообще от слова. Я не знаю, сколько лет этим девчонкам. Вот сосед по съемке сказал, что 18. Но я что-то сомневаюсь, что им 18. Очень молодо выглядят, хотя в Таиланде вообще женщины, которые за собой следят, очень молодо выглядят. Но мне кажется, они какие-то школьницы. И вот начался праздник. Пошли мантры, молитвы. У меня сейчас такое чувство, что они будут танцевать, пока свечи не погаснут. Ну, в смысле, пока они не прогорят. Я, может быть, ошибаюсь, но очень похоже на то. Нет, я ошиблась. Только я сказала это. И все, и они сами задувают свечи. Все. Танец закончился. А сейчас зачем-то всех построили в одну линеечку. Ну, видимо, дальше что-то будет тоже происходить. Какой-то транспорт подъехал. Может, сейчас всех дружно будут грузить в автобусы стройными рядами. Ну, чувак всех благодарит. Вот, смотрите. А, дорогие гости уходят. Помните, там стульчики были пронумерованные, которые я вам показывала? Вот лучшие люди города, похоже. Ну, это все представление было минут 20, не больше. А теперь все идут фотографироваться в фонарике. Ой, вообще, просто побори селфи. Да это просто unreal тут сделать что-то. Где ты один? Ой, а смотрите, какие здесь еще были прекрасные. Пожилые еще были женщины. И вот такие красивые. Ну, а у меня какие-то там молодушки были. Вот такие вот немолодые даже были. Прикольно. Даже не знаю, кто лучше из них танцевал. Ну, пойду еще пошоркаюсь немножко. Не люблю такие толпы, конечно, вообще. Ой, совсем были девочки. Совсем были маленькие. Нет, все-таки Таиланд — это страна улыбок. Любят они улыбаться. Хоть и не очень искренне иногда это делают. Там еще что-то происходит еще.
Чангмайшка такой родной мне. Прям мой город. Если выбирать среди тайских городов, то Чангмай вот прям мой. Завтра будет продолжение праздника, но посмотрите, как сегодня уже украшен город охрененно. Мало того, что вот эти фонарики, которые были днем, они все зажгли их все. И вдоль периметра всего города зажгли масляные лампы такие, лампадки, свечи. И это просто, ну реально, вот в Чангмай приезжают люди, потому что, ну здесь просто очень красиво отмечается вот этот праздник Лои Кратонг. Хотя здесь нет воды, здесь только одна вот река там протекает, и ну вот этот вот ров вокруг города, но тем не менее, здесь это просто делается так, что люди сюда едут в отсутствие моря, люди едут отмечать этот праздник в Чангмай. Потому что это вот так вот по-душевному, это культурная столица Таиланда, как Питер. Вот, блин, это бомбически красиво. Я очень рада, что я сюда приехала. У меня сейчас что-то даже немножко мурашки просто по ногам. Вот, ребята, я вам тоже советую. Даже вот я еще не видела и половины. Еще завтра будет мероприятие, послезавтра. А оно вот так, блин, уже душу рвет. Они не поленились расставить свечки, расставить лампадки вокруг всего города. Это просто фантастика какая-то. И это очень красиво. Вот кто зажигает свечи. Вот кто зажигает праздник. Сами местные жители вдоль каждого своего дома зажигают свечки. А вот смотрите, уже продают лодочки кротонги на завтра. Вот такие штуки. Ну, вообще-то праздник кротонг в полнолуние должен быть. Полнолуние еще только завтра. А сегодня многие уже тащут. Я думаю, тайцы будут запускать только завтра. Каких только здесь нету этих лодочек. Вообще. Их прям тут делают, сидят. Прям вот. О, вот это вообще красота. Да, да, и вам тоже. И вам тоже. Ой, вот такие вот. Мальчишки продают. Короче говоря, знаете, это вот тема отпускать все плохое, чтобы по реке уплывало все беды, вся плохая ваша энергетика, чтобы оставалось на Новый год только самое хорошее. Лодочки отпускают для этого. Здесь продают, блин, как в Армении, буквально птичек, а здесь продают еще рыб, которые они тут выловили. И их надо тоже выпустить вместе. Да, они живые. Их нужно выпустить в воду. Да. Короче, стоит такое удовольствие выпустить живых рыб, которые они тут же выловили, чтобы спасти их. 40 рублей. Я купила венок, который я решила отпустить сегодня, потому что мне уже завтра нужна положительная энергия и добро.